Слева это борт-инженер корабля Геннадий Стрекалов. And at the left is Стрекалов, the engineer of the crew. Next slide, please. Ну, куда приехали космонавты из Индии, будущие, да, космонавты на подготовку Равиш Мальхотра и Ракеш Шарма, это звездный городок. The place where the future Indian cosmonauts came was the Звездный городок, that you can see on the photo. В правом нижнем углу как раз тренировочная база Центра подготовки космонавтов, где проходила вся подготовка к полету. We can see at the right the place where all the preparations were. Если вы видите многоэтажный дом посередине картинки, это тот жилой дом, где жил Ракеш Шарма во время своей подготовки в Звездном городке. You can see the building in the middle. It's the place where Ракеш Шарма lived. This is my favorite photo. Подготовка индийских космонавтов была действительно нелегкой, потому что помимо большого объема знаний, им нужно было окунуться совершенно в другую культуру, другую атмосферу, совершенно другой климат. The preparation of the future Indian cosmonauts was really difficult, because at the same time they should take all the knowledge that was given, and they should just acknowledge the new culture they were put in. Конкретно эта фотография была напечатана во многих советских газетах. This image was printed in multitudinous newspapers in the Soviet Union, because for the Soviet people it was really unusual to see an Indian cosmonaut on ski, which is quite unusual. That's why. Я поясню, почему все космонавты катаются на лыжах. Это считается очень здоровым видом спорта, который развивает все мышцы, и при этом этот спорт не травматичный, минимум травм. Why all the cosmonauts were skiing? Because first of all, it was known as a healthy sport, and at the same time, it wasn't really dangerous. Для космонавтов очень важно не получить травму во время своей подготовки, потому что это может повлиять на полет в космос. For a cosmonaut, it's really important to not get an injury during his preparation, because it would influence, like, further. Next, please. Ну, это изучение спускаемого аппарата космического корабля. So this is investigation of the cosmonaut. Okay, so it's a capsule that at the end helps the cosmonauts to come back to Earth. Вы видите инструктора и экипаж, который изучает устройство корабля. You can see the instructor and the crew that is just looking and searching. Next, please. Это очень интересные морские тренировки. This is the most interesting part, is the sea training. Дело в том, что каждый космонавт должен знать, что он будет делать в случае, если корабль приземлится не там, где запланировано. The thing is that each crew member should know what to do if the spaceship will come back to Earth, but not on, but in the sea. И космонавты должны научиться выживать, да, должны научиться тем действиям, которые они будут предпринимать в случае посадки на воду, или в лесу, или в пустыне. So each member should train and know what to do if, in case they land in the desert, in the sea, or in some places that are dangerous for a human. Like this.
Здесь на заднем плане вы видите космический корабль «Союз», то есть это его земная копия за космонавтами. At the background, you can see the spaceship «Союз», that is a copy. На этой фотографии экзамен космонавтов, экзаменационная тренировка, которую они сдают непосредственно перед тем, как они летят на Байконур, на запуск, да, корабля. Here you can see the exam training that each crew member has taken before going to the Baikonur. То есть на этом экзамене они показывают все, чему научили за период подготовки. On this exam they show everything that they learned during the time of preparation. Next, please. Это внутри, соответственно, космического корабля. This is the inside of a spaceship. Вы видите, что места там совсем немного. And you can see that there's not a lot of space inside. Это космическая станция Салют-7, тоже ее земная копия в центре подготовки космонавтов. This is a space station, Салют-7, but it's a copy on the Earth. Вы также можете представить, да, внешние размеры того космического дома, в котором Ракеш Шарма провел неделю. And you can imagine the huge size of this spaceship that everyone lived. Next. Это другая тренировка, тоже экзаменационная, уже в скафандрах. This is another training, an exam training, but at the same time in all the equipment. Этот скафандр обязательно используется внутри космического корабля на случай разгерметизации. This scafander is used if in case there would be no air inside a spaceship. And if there's something like an emergency case happens, then the scafanders will really help to survive. Okay, next. Вы можете видеть такие большие книги в руках у космонавта. You can see big books, big notebooks in the hands of the crew members. Дело в том, что в этих книгах прописаны это как большая инструкция по космическому кораблю. Там прописаны абсолютно все операции, которые абсолютно вся работа систем, которые будут происходить во время полета. This book is an instruction, a big instruction, and inside is written all the plans, all the things that you should do during a flight. Несмотря на то, что космонавты долго готовятся, запомнить все они не могут, поэтому они должны во время полета контролировать по этой книге весь ход полета. Nevertheless, they're long training. They still cannot remember everything, and those notebooks will help them during their flight in case something happens. На самом деле у космонавтов так повелось очень много традиций, которые они выполняют перед полетом. Cosmonauts have plenty of traditions that they are used to do before their flights. Считается, что если вы какой-то пункт, какую-то традицию не выполнили, то что-то в полете может пойти не так. There's a saying that if you don't do something, some of the traditions, something may go wrong during the flight. И одной из традиций является посещение Красной площади в Москве. And one of the traditions is to visit the Red Square in Moscow. Okay, next. Другая традиция — это оставить свои подписи и пожелания в специальной книге. And one of the traditions is to put their signatures and one of their wishes in a special notebook. На фотографии вы видите космонавтов, которые находятся в кабинете Юрия Алексеевича Гагарина. On this photo we can see the crew members inside Yuri Gagarin's cabinet. Этот кабинет
до сих пор сохранился в звездном городке. Вся атмосфера абсолютно такая, как была во время работы первого космонавта в нем. The cabinet is still here and still has the same atmosphere as it had in the 80s. И обязательно каждый космонавт оставляет там свою подпись. And each cosmonaut leaves a signature. Как бы вписывая свое имя в историю. As if he leaves his name in the history. Ну, это такая фотография, да, торжественная вместе со всеми семьями космонавтов. This is a photo with all the family members of the group. Вы нашли, да, индийских космонавтов? You can see the Indian cosmonauts here too. В правом верхнем углу это мой папа. At the right up corner, it's her father. Тогда он был еще совсем молодым, еще школьником. At the time he was very young, at he was a school. Next, please. Это проводы космонавтов на Байконур. This is when everyone says bye to the cosmonauts. Рядом с центром подготовки космонавтов есть аэродром, с которого космонавты отправляются в Казахстан, и дальше они уже живут в Казахстане, готовятся к своему полету около 3 недель, и затем они отправляются уже в космос. So this near the Звездный городок, where all the preparations are made, there is an airport that afterwards the crew members take and go to Kazakhstan, where they spend 3 weeks more. And then go to space. Здесь это фотографии, которые уже были сделаны непосредственно на Байконуре. Перед тем, как космонавты летят на космическом корабле в космос, они обязательно посещают модульный комплекс, то есть это место, где собирают ракету, потому что ракету, космический корабль отправляется на космодром по железной дороге. Дальше их уже на Байконуре собирают вместе, и экипаж обязательно посещает эти комплексы, где это все собирается. So on this photo you can see the crew members what look and research the spaceship itself. This place is really the place where the spaceship is afterwards sent to space. And before it was made, it was taken to the Baikonur on a railway, so which helps then the crew members examine it. Yeah, just to add, the spaceship is transported on like by pieces, by small pieces, by on the railway, and afterwards it's assembled in Baikonur, like the photo is made. Next, please. Next. Это вот тоже очень хорошая традиция. Все космонавты сажают деревья на Байконуре вокруг той гостиницы, в которой они живут до полета. This is one of the nice traditions too. All the crew members, all the cosmonauts plant trees near the hotel they live. И когда я была на Байконуре в прошлый раз, эти деревья они уже выросли достаточно большими, и в такой степной местности гостиница она выглядит как зеленое, имеет такое зеленое пространство. The last time I was in Baikonur, the trees were already high, and you can see that the hotel is on a plain ground, so it's really covered covered with trees. Это еще одна традиция. Экипаж обязательно оставляет свои автографы в том в
номере, да, где они проживают в гостинице. And again, this is another tradition where the astronauts leave their signatures, their autographs on the room they lived in. Next, please. Это торжественный выход экипажа из гостиницы перед отправкой в космос. This is the leaving of the crew members from the hotel. Next, please. The previous one. Это пример, перед тем, как занять свои места в космическом корабле, на космонавтов одевают скафандры, про которые мы с вами уже говорили. So this is before the cosmonauts are going inside the spaceship, and they were put in the scafandres before coming. Космонавты в это время находятся за стеклом, то есть люди, которые приехали проводить космонавтов в космос, они не могут общаться напрямую, их обязательно отгораживает стекло, и в гости могут наблюдать процесс, как космонавтов подгоняют скафандры, чтобы было удобно полет. So this photo is taken when the cosmonauts are behind the glass. So all the visitors were there to just say their goodbyes, could look at how the cosmonauts are putting on their scafandres just only behind a glass. Okay, next. Ну, это финальный отчет перед тем, как космонавты поднимутся наверх ракеты и займут свои места в космическом корабле. This is the last step before the cosmonauts are going to take their places in the station. Okay, next. Автобус довозит космонавтов до станции. Recording in progress. Это автобус, который довозит космонавтов до стартовой площадки. This is the bus that takes the crew members to the station. По традиции все космонавты обязательно смотрят в автобусе фильм «Белое солнце пустыни». Это сейчас, да, так происходит. Но до этого, да, космонавты перед тем, как уже отправиться, да, в космос, обязательно смотрели «Белое солнце пустыни». Это российский фильм. And so it's another tradition. Before doing their travel in the bus, the crew members watch a traditional Russian film, a Soviet film that's called «Белое солнце пустыни». Next, please. Вот часто спрашивают, страшно ли лететь в космос. Как говорят космонавты, страх — это естественное чувство для человека. Many times the cosmonaut were asked, is it scary to go in space? Usually they were answered that the sense of scariness is just a human part. There were already people living there, precisely three. Кизим, Соловьев и Очков. Первое время у космонавта достаточно сложный период, потому что он должен привыкнуть к условиям невесомости. So the first time, the first days when the cosmonaut is in space, he should are the most difficult ones because it's the member should get used to the surroundings. Кровь, которая у нас опускается автоматически в нижнюю часть тела на Земле, она поднимается вверх в невесомости. So the blood that usually do in on Earth goes down, but on space it goes all up. So it's really unusual to the crew members. Кроме того, космонавты испытывают ощущения, похожие на морскую болезнь, укачивание в транспорте, да, то есть вестибулярные расстройства. At the same time, the crew members have the feeling of vomiting all the time, all the nauseous.
Но вы понимаете, что космонавт не может оставляться сильно, потому что у него очень важная миссия. But that is, but you understand that the cosmonaut cannot lie down and just be cool because he has a really important mission. И я знаю, что Ракеш Шарма применял некоторые упражнения йоги для того, чтобы облегчить состояние пребывания в космосе. And I know that Indra Sharma took some yoga poses to be more to get more better in space. Next please. Были проведены медицинские эксперименты в космосе, и также космонавты связывались неоднократно с представителями двух стран на Земле. So multiple medical experiments were taken, and the crew members talked with other people from different countries. И я знаю, что Ракеш Шарма сказал, что когда его спросили, как выглядит Индия из космоса, он сказал, что лучше всех на Земле. I know that when Ракеш Шарма was asked how India looked from space, he said the most beautiful of all. На самом деле это уникальный шанс взглянуть на нашу Землю сверху, потому что, как тоже неоднократно слышала от многих космонавтов, с космоса не видно границ, то есть вы видите весь наш мир целиком. As I know, looking on Earth from space is a great opportunity because you cannot see all of the boundaries that are present on Earth. С полетами в космос еще больше приходит осознание того, что мы должны беречь тот мир, в котором мы живем. And in space, you understand that we should take care of the planet that we live in. Это фотографии после приземления спускаемого аппарата. These are the photos when the spaceship came back to Earth. Космонавтение пресс-конференции рассказывает о своем полете. After moving from the Yuri Gagarin monument, they come to the Spatial Hall, where they have a press conference. Next, please. Это посещение уже Индии. Now this is time to go back to India. Next, please. Космонавты с Индиры Ганди, основной дублирующий экипаж. And this is where the Russian cosmonaut met Indian Prime Minister Indira Gandhi. Я хочу сказать, что я очень надеюсь на продолжение сотрудничества. На самом деле, это был очень важный шаг для наших стран осуществить этот полет вместе. See, I would like to say this was the beginning of our cooperation, and it should be moving forward from here.